всегда перед большими конгрессами, перед тем, что нам предстоит, есть состояние, когда мы хотим усилить нашу подготовку, чтобы прийти готовыми, а с другой стороны, есть отягощение. Но это подготовка к конгрессу, и то, и другое. Я, с одной стороны, весь в воодушевлении, а вы так все сдуваетесь, выходит воздух. И как работать с этим? Прийти. Прежде всего, прийти. Я говорю серьезно. Те, кто в Израиле, вообще мы никаких других расчетов. Если он не придет на конгресс, ну, просто он не хочет продвигаться. Ну, как бы между нами нет никаких расчетов. Я могу это даже сказать тем, кто смотрит. Наш телеканал. Все, кто хотят продвигаться, должны прийти. Ну, как бы нельзя терять. Нельзя упустить шанс. Это сила, которая подействует на человека на конгрессе. Это сила, которую он не может найти, не знаю, за 10-20 лет усилий.